Ребят, всем привет! И перед вами стоит Samsung Galaxy A30s. Это смартфон моего сына, купил я ему его буквально недавно, и я очень расстроился, когда увидел, что смартфон тормозит в некоторых нетребовательных даже играх. Что за фигня, подумал я, и начал искать какой-нибудь способ, и тут я наткнулся на один лайфхак, благодаря которому, слушайте внимательно, у вас телефон начнет работать быстрее, оболочка начнет работать плавнее, FPS увеличится в 2 раза, снизится температура корпуса, то есть когда вы играете, вы наверняка заметили, что телефон нагревается. Вот эта вот температура упадет, он не будет так сильно греться, и те, у кого смартфоны Samsung Galaxy S20, Note 20, у кого экран 120 Гц, вы получите бонус в виде разблокированного 120 Гц в играх. То есть, когда вы будете играть с частотой 120 Гц. Ребят, очень много плюсов. Помимо этого, еще какие-то, возможно, есть плюсы. И все это мы получим благодаря небольшим настройкам. Этот способ работает только на смартфонах Samsung. И для этого способа нам не нужны рут-права. Мы не будем влазить в систему и так далее. Говорю сразу, что если вы куда-то торопитесь сейчас, у вас мало времени, то выключите это видео и посмотрите тогда, когда у вас будет свободное время. Почему? Потому что я не буду торопиться, буду вам объяснять все досконально, спокойно, понятно, чтобы у вас не оставались вопросы, и в комментариях я не видел, что у меня не получилось, там еще что-то, а видел такие комментарии: блин, спасибо, все супер, мой телефон летает, а сейчас не могу его догнать. Ну, вы поняли смысл. Друзья, способ действительно крутой, и этот способ нашел Женя с канала mobiltelefon.ru. Жене спасибо, его уже подписчики этим способом пользуются. Очень-очень много положительных отзывов, поэтому решил поделиться я со своими подписчиками, чтобы вы тоже пользовались. Друзья, пожалуйста, пишите отзывы про этот способ только лишь после того, как вы воспользуетесь этим способом. Ну что, давайте уже начнем наше видео. Поехали. Друзья, прежде чем мы продолжим, хочу вам порекомендовать телеграм-канал Androhack. На этом канале вы найдете огромное количество взломанных игр и приложений. Все они куплены и с премиум-подписками. Например, тот же YouTube Vance, то есть модифицированный YouTube без рекламы, Spotify, Яндекс с подписками, программы для взлома Wi-Fi и огромное количество другого софта. И, кстати, многих из этих программ и игр нету даже в Play Market. Одним словом, этот телеграм-канал просто рай для тех, у кого Android смартфон. Все ссылки на канал в описании, а мы продолжаем. Итак, ребят, мы ускорим наш смартфон, работу смартфона и так далее, благодаря тому, что мы отключим подлую службу настройки от Samsung. Как это делать? Есть три способа. Первый способ — это через компьютер. Через компьютер я даже вам не буду показывать, потому что у многих из вас, я думаю, компьютера нету. Второй способ — это путем установки специальной программы, которая создана прям для Samsung, и в ней есть еще, помимо всего этого, куча плюсов. Ну, а третий способ — это вообще без всяких программ и так далее. Давайте покажу второй способ с программой. Если вам не понравится, то воспользуйтесь способом без программы. Но, понятное дело, что с программой эффекта будет больше. Ну что ж, давайте я уберу этот телефон в сторонку и сейчас вам покажу, как скачать эту программу. Ну а после покажу, как все это делать. Итак, перед вами мой Galaxy S10+. На нем я уже все, что можно, подключал. Поэтому эксперимент мы будем проводить на A30s. Итак, друзья, как скачать эту программу? Для этого вам нужно будет зайти в Telegram. Прямая ссылочка в описании. Либо просто заходим в Telegram. Так, я уже зашел. Итак, в поиске здесь вводим просто Androhack. Вот так вот. Жмем. Далее мы попадаем на канал, где много полезных взломанных программ и игр. Нас интересует в данный момент программа для того, чтобы отключить подлые службы и наш смартфон работал быстрее. Жмем поиск. И здесь вводим Package, вот так вот. Друзья, будьте внимательны, вводите правильно. Далее жмем поиск. И вот он наш пост. Вот, пожалуйста, Package Disable Pro. Это приложение специально для смартфонов Samsung. Работает на Android 10. Если у вас девятка, то у вас, скорее всего, она не будет работать. Будет требовать лицензию. Дело в том, что эта программа платная, за нее нужно платить.
Но вот здесь вот у меня на канале взломанная версия, за нее платить, конечно же, не нужно. Друзья, нажимаем на стрелочку вниз, она скачается, после еще раз нажимаем и устанавливаем. Что делаем дальше, сейчас я вам покажу на моем другом телефоне. Дело в том, что у меня просто на смартфоне ребенка телеграма нет, то я ему не ставил. Итак, вы скачали, что мы делаем дальше? Нажимаем установить. Открываем, ставим галочку Enable Admin, включить, ставим галочку, подтверждаем. Теперь запускаем, ждем, лицензия прошла, отлично. Еще раз запускаем и все. Ребят, еще раз повторю, что этим способом уже многие пользуются, и способ действительно рабочий. Итак, здесь нажимаем на вот значок лупы, то есть поиск, и пишем game. Появляется три пункта: Game Booster, Game Launcher и Game Optimization Service. Друзья, я отключаю все три сервиса и делаю это следующим образом. Нажимаем Clear Data. После этого ставим галочку. Нажимаем Clear Data. Ставим галочку. Нажимаем Clear Data. Ставим галочку. Сейчас нам нужно будет перезагрузить наш телефон. И после этого все изменения вступят в силу. Но, друзья, пожалуйста, после этого подождите минут 40. Подождите, это минимум, надо ждать 40. То есть, дело в том, что телефон должен очухаться после того, как мы это все отключили, и после этого уже можете тестить. То есть, еще раз повторяю, вы поставили все эти галочки. У вас, кстати, могут быть еще несколько разных пунктов, можете их тоже подключать. Но тут уже надо смотреть, у некоторых вообще может быть два пункта. Но самое главное, это Game Optimization Service. Вот этот вот сервис нам нужно будет с вами отключить. Ну, советую, еще раз говорю, все отключать, в принципе, все, что вы здесь увидите. Итак, отключили, перезагрузили телефон, 40 минут ждем минимум. После этого проверяем, как у вас начинает работать телефон. Я уверен, что многие из вас просто будут в диком восторге. И залайкайте это видео, мы наберем с вами, не знаю, 1005, наверное, 5000 лайков. Интересно, набрал это видео столько лайков в момент тогда, когда вы смотрите, или нет? Итак, давайте перезагрузим телефон. В принципе, даже сразу после перезагрузки вы сможете заметить изменения, но советую подождать минимум 40 минут для полного эффекта. Все, телефон включился, отлично. И, ребят, пробуйте, вот я уже замечаю, что телефон начал работать шустрее. То есть, когда ты телефоном, скажем так, долгое время пользуешься, и малюсенькие даже изменения, они сразу же виднеются. Поэтому пробуйте, отписывайтесь в комментариях. А, ребят, по поводу программы этой, давайте еще вам о ней расскажу. Эта программа позволяет отключать программы, которые нельзя отключать. Даже те же стандартные. Например, вы можете гугловский всякий хлам, который вам не нужен, поотключать. Они отключатся. Те, которые здесь вот не отключаются, их все можно будет отключать через эту программу. Одним словом, это действительно крутая программа. Попробуйте ею попользоваться, и о ней вы можете тоже написать в комментариях свое мнение. Здесь у нас все программы, здесь у нас отключены, видите, эти. Здесь у нас еще фавориты, но вам это точно не надо. Ну что ж, про программу вроде объяснил, теперь давайте я вам расскажу, что делать дальше. Что делать дальше тем, у кого нету, не знаю, там, чего нету, телеграмма, может, нету, или желания что-то скачивать нету, ну неважно, давайте покажу вам способ, который можно пользоваться без программы. Только для этого нужно будет, друзья, мне сейчас убрать все эти галочки, вернуть все это обратно, чтобы это все появилось в настройках, и покажу вам, как делать без программы.
Итак, для тех, кто не скачивал программу или скачал, у него не запустилось, еще что-то, неважно. Показываю, как можно все это делать без компьютера. Кстати, вот заметьте, я отключил, и телефон как-то уже не так ахти работает. Итак, что делаем? Мы ничего не скачивали, просто вот заходим в настройки. Далее идем в приложение, вот сюда вот. Здесь нам нужно нажать на три точки и показать системные приложения. Здесь в поиск мы вводим Game. И мы видим все эти сервисы. Game Optimization Service, Game Launcher, Game Boost. Нажимаем. Идем вниз. И вот изменение системных настроек. Здесь убираем галочку. Назад. Можно еще остановить. Далее вводим снова Game. Заходим в Game Boost. И здесь делаем то же самое. Ну вот, собственно, и все. С тем пунктом, который там остался, с ним вы уже ничего не сможете сделать. Потому что, смотрите, то есть тут уже ему ничего не запретишь, разве что можно остановить. Вот, собственно, и все. Перезагружайте телефон и проверяйте, как это все работает. Конечно, эффективнее будет через программу. Если вдруг таким вот способом у вас ничего не изменилось, то советую все же попробовать через программу. Через компьютер я не буду показывать, как это сейчас делать, но если кому из вас интересно, команды для АДБ я все же напишу в комментариях. И для тех, кто понимает, те могут подключить телефон к компьютеру, в режиме разработчика включить откладку по USB и через АДБ в командной строке попробовать отрубить все это дело, перезагрузить телефон, подождать минут 40 и тестировать. Ну что, всем спасибо за внимание. Надеюсь, что это видео будет вам полезно. Я уверен, что будет полезно. Поэтому пишите много комментариев, ставьте много лайков, подписывайтесь на AndroHack. Там много крутых полезных программ. Всем спасибо, пока.